Доброе утро, дорогие друзья! Добро пожаловать на Шахариты и Кофе. Мы будем сегодня говорить о низвержении твердынь. И слово «твердыня» очень часто звучит у многих верующих на устах. Давайте посмотрим метод Писания для сегодняшнего дня. Второе послание к Арифинам, 10 глава, 3 и 5, по стих. «Ибо мы, ходя во плоти, не во воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение, твердынь, ими не свергаем замыслы. И всякое Превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление, послушание Мессии. И готовы наказать всякое непослушание, когда наше или ваше послушание исполнится. Интересное место, потому что, вы знаете, что Бог хочет, чтобы мы имели эту власть, не свергать замыслы врага. Много лет назад мы с семьей посещали штат Техас. И конкретно получилось так, что мы попали в тот сезон, когда в Техасе проходили штормы или торнадо. Интересно, что в тот момент мы попали под один из таких ужасных моментов, когда ты видишь перед собой свинцовое небо, чуть ли не соединяющееся с землей, когда сильный ветер, когда звучит сирена, предупреждение, и по радио в, твоем, в твоей машине звучит то, что... Предупреждение о том, что в твою сторону идет этот шторм. И я помню этот момент, когда мы, ехав с детьми и с другими людьми в нашей машине, мы слышали это предупреждение, и вдруг, знаете, вот как мы понимаем, что мы не просто в нашем районе имеем этот шторм, но он движется в нашу сторону мы начали молиться. Татьяна взяла детей и начала взывать к Богу. И шквал града просто обрушился на нашу машину. Мы думали, что оно пробьет крышу, побьет всю машину. И я помню, как после некоторого времени наш сын старший, Роман, встал и пальцем в небо начал говорить, «Господи, во имя Ишуа я запрещаю граду разбивать нашу машину». И вы знаете, Через некоторое время, буквально там, может быть, несколько секунд, этот шквал, он прошел, может быть, эта волна прошла, но э, позже мы говорили ему о том, что не своей силой он это сделал, что Господь услышал его молитву. И вот знаете, этот пример помог мне э, понимать, что Бог ищет людей, которые возьмут и будут стоять в позиции, э, в своей власти бог ищет людей которые будут понимать слово и действовать в этой власти и знаете когда человек говорит что меня все достало я беру слово божье и на основании слова божье буду жить это мужественно это сильно это то что бог хочет видеть внутри нас в послании к Коринфянам, 10 10 главе говорится об этом Павел говорит о духовной войне. Павел говорит о том, что э, нам необходимо приобресть, что Слово Божие не свергает замыслы и твердыни врага. Так что, если у нас есть ситуация какая-нибудь, у нас также есть и Слово, которое дает нам победу. Что такое твердыня? Это то, что мы подразумеваем, когда нам сложно, и мы не можем преодолеть, либо то, что Библия говорит, что является твердыней. И, когда, и то, что мы определяем э, проблемы, которые мы не можем не свергнуть сами. Я называю это твердыней. То место, где нам нужны Божье провидение и Божья сила. Много раз враг пытается э, в наш разум вложить мысли. Мой брак – Моя семья не состоится, либо мой бизнес, который я имею, Он уже на грани разрушения. Вы знаете, эти мысли необходимо пленить властью Мессии, потому что Бог усмотрел для нас жизнь мирную, безмятежную, жизнь, которая дано, дана нам для проповеди Евангелия, и наши семьи принадлежат нам. Наш бизнес принадлежит нам, тем, кто верит в Бога и тем, кто верит в Его Слово. Нам необходимо знать это Слово и э, действовать в этом Слове. Слово Божье, оно имеет силу, чтобы все умышленные атаки врага не свергать и покорять послушанию Мессии. Как и здесь написано, что готовы наказать всякое непослушание, когда ваше, то есть наше послушание исполняется. А наше исполняется тогда, когда мы под, даем себя Господу, когда мы стараемся вести благочестивую жизнь. И, и Библия говорит о том, чтобы мы стояли на этом слове. Те, кто читает Божье слово, могут четко понимать, что у нас есть оружие которым мы можем не извергать врага и его замыслы. И мы должны говорить, написано, Бог не дал слова, Господь в силе запретить и брать это в свой дух, поняв внутри, что ты есть Сын Божий, и тебе, у тебя есть обетование. Я хотел бы помолиться за вас в этом дне, чтобы это слово было сильно, чтобы вы могли не свергать все атаки врага. Авинуша Башамаем, я благодарю Тебя, Отче, что сегодня Ты дал мне такое сильное оружие, как Твое Слово. Твоя Тора, она сильна сегодня. Дай мне мужество, мудрость сегодня. Научи меня, как применить Слово Твое в моих обстоятельствах, в моей жизни. И дай мне вновь обрести любовь Твою к Твоему Слову. Я поручаю свою жизнь в Твои святые руки. Во имя Ишуа. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.